Ну это снова я, Наталья, волонтер бездомных животных города Ефима, Тульской области. Вот. Своим частным мини-приютом. Ну как частный? Все собаки когда-то по просьбе людей вот, попали ко мне. Вот, то есть спасали, вытаскивали. Ну вот, ну и забирала я себе, потому что наш городской муниципальный приют на тот момент у них не было действительно места. И с помощью волонтеров я купила домик, в котором находится у меня сейчас 45 собак. Хочу еще раз обратиться к людям. Сейчас у меня уборка. Вот, я снимала вам до, теперь снимаю после. Раньше я к собакам ездила каждый день. Сейчас с финансовыми затруднениями приходится мне ездить к моим зайкам через день. Вот. Потому что я волонтер, я не работник приюта, я именно волонтер, который не получает зарплаты за это благое дело. Ну вот. Мы не спонсируемся государством, мы живем и выживаем только за счет неравнодушных людей. Вот. Но собаки не виноваты, что когда-то были выброшены, брошены людьми. Вот. И, конечно, очень бы хотелось развить свой канал на YouTube, чтобы как можно больше людей узнали о нас. Вот. Возможно, кто-то, может быть, хотел бы забрать моих собачек. Вот, у меня есть как взрослые собаки, как щенки-подростки, так же и малыши. Вот. Я бы доставила их в любой регион, как-то с помощью волонтеров. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы все они обретали свои дома, любящие семьи. Вот. И жили с любовью в семье. Вот. Мой телефон для связи 8-902-916-10. Меня зовут Наталья, вы можете каждый позвонить мне, если кто-то сомневается в чем-то, пообщаться со мной, вот, удостовериться. Также мои группы находятся в Одноклассниках. Моя группа называется «Помощь бездомным животным. Город Ефремов. Твори добро». Моя группа находится в ВКонтакте. Вот. Карта привязана к номеру телефона. Вот. Карта Сбербанка 42-76-66-00-17-47-08-65 на имя Мария Владиславовна С. Будем благодарны за любую помощь финансовую. Сейчас лето, конечно, хотелось бы ездить к своим зайкам каждый день, вот, потому что, ну, сидеть в жаре им тут тоже, конечно, будет проблемно. Но я надеюсь на помощь людей, которые будут смотреть нас, вот, и помогать нашему приюту. Спасибо вам всем огромное. Позже я еще сделаю ролик, когда я уже проведу уборку.